Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о том, что же интересного будет происходить в Самаре в эти выходные. В эту субботу можно стать свидетелями полетов во сне и наяву. В Самаре проходит 8-й открытый чемпионат России по кабельному вейкборду и вейкскейту. Событие, которое соберет лучших звезд кабельного вейкбординга, впервые пройдет в Поволжье – Magnetic Wake Park. 29 июля в парке пройдет праздничная программа и определятся финалисты чемпионата России. В этот день гостей ждут выступления лучших спортсменов страны – авиашоу, выступления музыкантов и, конечно же, конкурсы, призы, подарки. Magnetic Wake Park, Самара, Самарское шоссе 4, озеро Орловское. В парках Самары продолжаются веселые концерты и спектакли на свежем воздухе. В эту субботу в парке Дружбы в 11:00 спектакль театра «Витражи». А в парке Победы театр «Крылья» также в 11 часов. Будет интересно как маленьким, так и взрослым. Вечером в субботу группа «Своя философия» приглашает самарских меломанов танцевать и подпевать в парке 50-летия октября. Начало концерта в 19:00. Стало совсем жарко и хочется освежиться? Вперед из песни, точнее, под музыку. В спортивном комплексе «Орбита» возобновил работу каток. Время работы ледовой площадки ежедневно с 6 до 22 часов. Кроме того, для желающих помещений комплекса открыт буфет и сервис активного отдыха, где можно подготовить и заточить коньки. Спортивный комплекс «Орбита», Нововокзальная, 70А. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения. И не забывайте, что на следующей неделе уже август. Дышите полной грудью.